Привет. Ну чё, приготовил уже свой скипетр фараона жезл императора? Видно, ты видел название видео и уже готов ко всему. Я не знаю, конечно, получится у тебя это сделать, потеребонькать своего маленького змеёныша или доставить себе какое-то удовольствие, но, тем не менее, тема этого видео именно про то, что ты прочитал. Это тема про сиськи в Counter-Strike Global Offensive при опенкейсинге. А получится ли тебе нагладить своего... скажем так, дракончика, мы узнаем, естественно, в этом видео. Поехали. Снова всем привет, друзья! С вами Арнорка. И Шимарка. И добро пожаловать на удивительное, грандиозное, уникальное шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive про сиськи. Как так? В смысле, как так? Про сиськи? Значит, есть такая сейчас тенденция популярная. Говорят, молодые женщины... Шаланды. Женщины детородного возраста, да? Девушки, ладно. Ну, не шаланды. Ну, может быть, шаланды. Ну, в смысле? Нет, ну, скорее всего, шаланды. Нет, ну, в смысле, они, значит, показывают девушки. Пацанам Сисяндры. Свои сиськи, попки и все, что под ними. Нет, это под трусиками. Под ними. Попками. Под попками ничего нет, да. Фу. Так, не будем в анатомию лезть. Значит, показывают все, что у них есть за скины в CSGO. Ты представляешь? Может, это не все, что у них есть? Ну, ты представляешь вообще? Это, и как бы эта тенденция пошла. Я вот как бы решил тебя спросить. Там как бы хайп собирается. Может, это, включим вебку, и ты сегодня как бы... Ну, готова ли ты была бы? Я тебе нож подарю, как бы, как жене. Какой нож? Разделочный, да? Разделочный нож для мяса. Ну вот показала бы ты сиськи за нож? Тебе? Да. Ну тебе, да. А нет, а ребятам? Ребятам... Ну, футболки. Футболки ты бы показала? Сиськи за нож, ребятам? Да. Ну, так и делают вообще-то, как бы. Ну, обычно. Вот. Да? Поэтому, то есть ты показала бы ребятам сиськи, если бы... Нет, прям вот сами сиськи нет, конечно. А почему нет? Ну, все показывают же. Че, ты хуже других? А я что, рыжая, что ли? Так вот, ребята, мы хотели бы спросить, сейчас мы будем открывать, а вы пока подумайте. Значит, вы бы показали сиськи за нож? Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях. А мальчикам тоже сиськи надо показывать? Ну да, я не знаю, что там. Ну вот пускай как бы ищут сиськи как бы и показывают. Кстати, не обязательно же свои сиськи. Я, кстати, готова показать чужие сиськи за нож. Так что, ребята, если вы хотите, да. Я готова показать чужие сиськи за нож. Если вы готовы показать, пишите мне на почту как бы сиськи за нож. Мы будем организовывать этот вопрос. Сиськи за нож. Такая барыга, я шучу. Ну просто потеребонькать писюнчик как бы приходит на такие ролики очень часто. Ладно, все, давайте. У нас тут небольшой такой подкаст по открытию кейсов, дорогие друзья, пошел. Но тем не менее. Итак, родная, что у нас сегодня, ребятки? Так как я уже дал подкаст, чтобы вернулись, да, мы вернулись, ребята, с новыми силами. Сейчас будем бомбить Гейба и Counter-Strike, в общем, в целом. Вам спасибо за лайк. Кстати, думаешь? Если вы хотите сиськи, то за лайк ставьте, да. То есть, ну, хотеть не вредно. Ну, мы что-нибудь придумаем, сиськи бывают разные, как бы. Ладно, короче, смотри, что у нас сегодня есть. У нас есть с тобой сегодня охотничьи кейсы. И у нас сегодня есть с тобой Браво кейсики. И есть кейсики eSports, это дорогие кейсики. Сегодня у нас дорогие кейсы, очень дорогие кейсы, самые дорогие. И плюс мы разбавили это охотничьими. Давай с тобой по очереди открывать, соответственно, охотку. Сначала охотку, да. Давай. Ты выбираешь вот из этих пяти, отсчитывай. 4-3. 4-3. Ты как решила... ты думаешь, Гейб дрожит? Ну смотри, мы были в отпуске, как бы, кое-какие ролики, конечно, записывали, но, в принципе, давненечко уже не открывали у Габенчика. Начинается Габенчик, все плохо. Понимаешь, Габенчик должен давать. Давай дальше. Я? Да. 2-2. 2-2, сейчас ты открываешь. 2-2, потом... а не 1-2. Я 2-2 нажал, ты вообще-то, нажал. Я нажал 2-2. Вот, Габенчик должен сегодня выдать нам нож. Гейбулька, ну-ка, Гейбулька, если ты хочешь что-то сиськи... Нам... то выдавай нам нож. У Гейбульки свои сиськи. Давай, дальше, давай. 2-2. 2-2. 2-2. Че, у тебя в горле пережит? Ну, что-то да. Ну, вроде мысли бы, о сиськах не дают моему... Мысли о сиськах... сознанию. Нет, подожди, не в горле пережит. Ладно. Статрек хотел... так. В горле пережить-то другое. Как это не о сиськах у тебя мысли. Ладно, давай. Ну, Зай, прости, давай. Давай! Моя пятка очень близко. Я понимаю, да, давай. Все, мы снимаем ролик, давай. 2-1. 2-1, говорит Арнорка. Ну так вот, про сиськи, ребята. Что в такого в этих сиськах?
Ну, то есть, зачем на них смотреть? Оп! Опа! Отлично! Хорошо. Вот, вот сиськи, они есть, ай, ты их видишь, ман. Дальше что? Ну, их можно пожамкать. Нет, на видео их нельзя пожамкать. На видео можно себя пожамкать, глядя на них. На видео можно себя... А, ты видишь, ну, как раз вот это вот, да? Чем и занимаются на этих роликах? Нет, там, может быть, просто какие-то такие, знаешь, сидят люди. Ага. И так... Ну, вот эти сиськи меня не впечатлили. А, дизлайк. Так, вот эти сиськи не очень, поставлю дизлайк. Мне не нравится. Мне не нравятся эти сиськи. Зачем вы мне их показали? Ладно. Да-да-да. Ладно, давайте вот так вот 2-2 сделаем. Вот, просто сейчас тенденция, понимаешь, модная. Я был довольно в шоке и удивлен, на самом деле. Ну, а что удивительно? Вот, фиолочка. Что, понимаешь, девушки, молодые девушки готовы. Ну, а с другой стороны, подожди, ну на пляж мы все ходим. Ну, да. Все ходим. Ну, там сиськи. Такие же, извини меня, дотеры сидят и поглядывают. Дотеры? Ну, в смысле, ты сейчас обидел целый комьюнити? Ты что, дотеров сейчас назвала, что они дрочить любят? Мне же сейчас это ребята скажут, ты что, охерел, что ли? Вы что, не говорите такое? Я в доте с 5 лет. Нет, я не тех дотеров имела в виду. Выбирай выражение. Выражай выражение, блин. Дотеры, говорит. Ну, типа, дрочеры ты имеешь в виду. Так и говори дрочеры. У нас здесь так, нормально, то есть с этими любители ребят... потеребонькать. Ходят на пляж. Ну? Чтобы потеребонькать. Да там ты не потеребонькаешь, там ты на всех на виду, понимаешь. На пляже ты не можешь достать свою маленькую пипочку. И, соответственно... Посмотрел, мне кажется, маленькую можно достать, никто не заметит. Ладно, теперь мы открываем с Арноркой ключи eSports. Давай. Выбирай. 2-2. Нет, 2-1. Здесь мы будем по очереди открывать. Вот, это, то есть ты считаешь, что проще пойти на пляж, чем вот эта тенденция ножи? Нет, и... нет, проще, конечно, на видео посмотреть, чем на пляже палиться. Ну, возможность спалиться есть. Дома тоже есть возможность спалиться. Всегда может зайти мама. И что? Или девушка, допустим, если с девушкой. И посмотреть вместе с тобой на сиськи. Хотя вот я не понимаю смысл, если у тебя есть девушка. Зачем тебе сравнить, что ли, или что? Мужчина. Ну-ка, давай. Не-не-не-не-не-не. Я тоже не понимаю. Выбирай ключ. Ну, знаешь, девушкам тоже есть на что посмотреть. Выбирай ключ. 2-1. Давай, выбирай. Если уж на то пошло. Выбирай ключ. Да девушкам-то что, как бы... Да ладно. У девушек все проще же. Угу. Так, стат-трек. Сегодня, ребята, обратите внимание, дорогие друзья, отвлечемся немножко от темы нашей с вами увлекательной дискуссии и беседы про сиськи. Сегодня у нас очень много стат-треков, ты смотри. Да, синька, я выбил фиолочку и розовую, ты выбил фиолочку. Еще стат-трек там вылетал. То есть это реально дохрена. Это реально дохрена сегодня на стат-треченного у нас, ребята. Ну, и Габен, видимо, по нам соскучился. Габен либо соскучился, ему близка, да, тема сисек. А, так, ну ты здесь только один можешь открыть, к сожалению. Да, ну и либо ему близка тема сисек. Но он должен нож выдать, чтобы она ему мне была. Мне кажется, он вот так вообще сидит. Вот так. О. Хватит показывать это. О. Так, ладно, давай, выбирай здесь. 2-1. 2-1? Да. Вот, так ты бы показала, да, сиськи за нож? Я такая... Чужие, кстати, возможно, да. Нет, пена тебя облама. Да было так близко, но все равно фиолочка выпала, да? Прикинь. Ты хорошо открыла, ребята. Ну, конечно. Она хорошо, и Габен, видимо, добрейший души человек, на самом деле. О, как бы добрейший вечерочек. Что? Ужин. Ладно, что ты несешь? 2-1. Кошмар. 2-1. Сегодня у нас выпуск такой, ребята, веселенький. А, мне кажется, лучше довольно... про сиськи, чем про вечерочек. Лучше про сиськи, чем про вечерочек. Смотрите, как сыпется, ребята, это просто дикость какая-то. Ничего, прям роза. Вот только кайманчик, конечно, но очень хорошо. Так, это ты выбирала? Да. Сейчас, ребята, смотри. Ах ты повторюшка. А что, 2-1, я не повторюшка, просто тут что-то должно. Галил осколки. Так, ладно. И теперь ты, естественно, последний кейс. Сейчас будем делать контракты. Ты просто ключ открыл. А там кейсы, и это тоже единственный кейс. Значит так, ребята, довольно неплохо, но Габен мог бы дать лучше. Хотя он и сейчас дал довольно хорошо, ребята. Ой, да? у нас нет контрактов, у нас нет, то мы не можем. Ну, на следующем видео, значит, не можем, мы не можем сделать контракты даже на следующее видео. Да. Может быть, какой-то эпичный контракт пора делать. Какой? Что-нибудь такое в будущем. Что что-нибудь интересное. У нас очень много, кстати, скоро, да, на следующий выпуск подкопится, ребята, дичи будет довольно здорово. Значит, сейчас мы пойдем на сайт и будем смотреть на удачу там. Сегодня реально повезло. Габен вот так вот хорошо редко дает, ребята, все мы знаем об этом. Поэтому поехали на сайт, будем дрючить. Вот представь, сидит человек, смотрит ролик, заходит мама, и там Габен обычно
Габен редко так хорошо дает, да? Вот что она должна подумать? Ну, а Габен, это же не девушка, как бы, что она должна подумать? И еще, мама еще больше испугается. Ну, дает, ну, мороженое тебе дают, когда ты в киоске его покупаешь. Ну, и Габен дает скины. Хорошо дает. Хорошо дает. Да, и мороженое можно хорошо дать тоже. Габен редко хорошо дает. Так, ладно, все, тематика. Значит, поехали, ребята, на сайт. Ну что ж, друзья, сегодня мы попадаем на elitecase.net, где ты будешь дергать мне или мой пистолет. О, боже мой. А, боже мой. Постоянно одно и то же. А чё, блин, это рифма крутая, где всем нравится. Где фантазия? Где нормальная вообще? Рифма крутая, как бы. Так, ладно, давай-ка... А, подожди, у меня же есть для ребят подарок. Ребята, на 8000 человек промокод. Оба! Работает! Работает промо на 8К. Жалко, что на 8 тысяч. Представь, 8 тысяч первому. Так, ежедневный будет бонус, а? 8 тысяч первому будет обидно. 8 тысяч первому? Да, но... скажут, как так? Ну, это кто успеет, первый. Тот и съеет, как бы. Ежедневный кейс. Код на 100 тысяч человек, например, к сожалению, получить невозможно. Как Северный близко был лес, градиент. Какое говно. Так, ну, ладно, я первый близко начинаю. Мы давай будем сегодня традиционно оттрадиционивать традицию, дорогие друзья, и, соответственно... Оттрадиционил традицию? Да, и, соответственно, вскрывать засекреченное. Засекреченное обезьянье дело, ребята, нам выпадает говно. Ладно, выбирай ты. Что ты хочешь? Я хочу ниже листай. Давай М4А4. М4А4. Ну так вот, про тему сисек. За что бы ты показала сиськи? Например, ты бы показала за Драгонлорд, за Медузу, может быть, за нож, может быть, за что-то другое, за обой. Какой-то вообще странный вопрос, так постановка вопроса, типа, за что ты продаешься? Не, ну... За Драгонлорд или... Так, за, там, я не знаю, за что-то попроще. Не, ну просто сиськи, вот, сиськи такая важная показала вещь, как бы важная часть. Вообще важная часть женского жизни тела, потому что она заставляет мой... О, топливный инжектор! Та-та-та-точки, оу-оу. Это кто сейчас открыл? Ты это уже я, из тайны. Да, это я ставлю, ты теперь. А я теперь буду АВП. АВП. Но ты не ответила на мой вопрос. Какой, ну, скин кому, достоин... Кому, тебе показать или кому? Сисек. Вообще сиськи показала. Что за бред? Ну я могу в ванную пойти и показать самой себе сиськи. О, так, я покажу себе сиськи, мне выпадет Драгонлорд, так бы все, блин. Нет, я не про это, ух, там нифига себе сыпется, посмотри, там Снуп выбивает. Нет, но ты же не уточняешь, кому? Показать можно и стене. Ну да, показать можно и стене, как бы, показать можно и не только стене. Золотюшка? Золотюшка, маленькая, хрю, ну мало ли. О, знаешь, что я хочу открыть? А? Я... Щелкунчик. Щелкунчик? Я хочу открыть коллекцию. Угадай, какую? Какую? Угадай. Каблстоун. Да. Ой, это боги и монстры. Боги и чудовища нас не интересуют. Нас интересует Сарнорка и... Каблестон. Каблестон. Давай чашу хотя бы. Давай чашу хотя бы, как будто я здесь выбираю. Ну ладно, давай, что, смотрите, давай. Чаша, ребята, падает. Смотрите, ты захотела, а я делаю, конечно. Индиго. Мак-10 Индиго, что-то нам не везет. Рублей. У нас пока один дроп только с тобой хороший. Все остальное, ну, давай. Полная жопа. Что это, серебряный кейс? Надо... Кстати, серебряный кейс выглядит немножко такой, как угольный кейс. Угольный кейс? Да. Тебе кажется, что в нем стрёмное говнецо, да, лежит? А нет, в нем и лежит скоростной зверь. Хорошо, уже неплохо. Уже неплохо. Ням-ням-ням. Ну давай тогда я алмазный открою, раз ты все эти открыл. Давай алмазный откроем. Алмазный, маленький, зараза. Ну так вот, ты так и ну, не ответила. Что? Я Драгонлор должна... сиськи, медуза сиськи или нож сиськи? Что именно сиськи? Что сиськи? Да. Не знаю. Ну как ты не знаешь? Это странный вопрос вообще, ты меня смущаешь. Ну... Понимаешь, сиськи вещь такая, которую можно... Вот девушки показывают свои сиськи, сиськи понимаешь? Сиськи вещь такая, так понятно, смотря кому ты их показываешь. Они все показывают. Золотой кар. Вот, хорошо. Давай снова алмазик. Давай. Они всем показывают, понимаешь, свои сиськи. То есть там... Есть девушки, которые всем показывают сиськи, но тогда им не важно за что. Да, специально, на видео. Ну, не важно за что. Вот есть такая категория девушек. Синий кварц. Которая как бы показывает... Блядь, еще раз открыл. Которая показывает сиськи всем. Вот, я не знаю просто, за определенный скин... Я не знаю, скин... что за жесть. Не, ну тебе я как бы готова показать, что... Ну кому-то там, что за бред вообще за скины показывать? Блин, я хз. Я чего-то не понимаю, наверное. Давай, браво. Ой, ты же выбирала. Блин. Я вообще-то хотела, не знаю, что-нибудь другое. Что-нибудь другое? Да. Давай, браво, откроем. Браво, витраж. Что-то нам вообще, вот как бы, нет, неплохо, как бы, мы, но мы еще не окупились с тобой. Давай судьбу снова алмазик откроем.
Давай снова алмазик откроем. Надрючим этот алмаз. Отполируем его. Отполируем алмаз. Дмитрий, смотри, выпадает кайман. Нам кайман упал у Гейба. А здесь Дмитрию какому-то... Стоять, бояться нахуй! Волны. Покажешь сиськи? Ну, тебе. Охуеть, волны. Ну, покажи. Ну ладно, покажу, я тебе прям правду. Ты что мне сиськи показываешь? Я же шучу, блин. Она мне сиськи показала. Ладно, больше не буду. Да, ладно, я сам посмотрю, если мне надо, как бы. Ты что, моя вообще женщина? Больше не посмотришь. Все. Надо чаще выбивать ножи, мне жена показывает сиськи. За каждый нож. Это удивительно, вы видели это? Это, ты должен, знаешь, как ты его должен? Ставь лайк, кто... А, ставь лайк, если видел Шиморка. Открой еще, мне здесь нравится. Назови этот нож сиська-нож. Сиська-нож? Да. А потом мы его разыграем, ребята? Да. Да. Следующий розыгрыш? Да, разыграть сиська-нож. Сиська-нож? Ребята, ходите сиська-нож. У вас снова синий кварц. А этот нож, именно в этом, этот нож будет знаменателен тем, что Арнора показала. Нет, что Шимора видел. Что я видел сиськи своей жены, блядь. Когда выбил нож в CSGO. Охуительная история. Что за облом? Охерительно просто. Смотри, какой ты обломщик. Тебе показывает тёлка сиськи за нож, и то она твоя жена. Все. Мы идем отсюда. Не он варивается. Нихуя себе. Вот это называется приезд. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это вот говно я продам, оставлю на следующий выпуск. А вот это вот... Вот это вот, естественно. Вот это вот и вот это вот мы забираем, дорогие друзья. А это будет реально сиська-нож, который мы с вами, дорогие друзья, поимели. То есть... Поимели сиська-нож? Поимели сиська-нож. Сиська-нож ты, блин, не трожь. Так, значит, идем вот сюда. Предложение обмена. Сиська-нож должен к нам сейчас прямо, ребята, с вами вторгнуться и прийти. Да! А он уже с названием, кстати. Ты говоришь, назовем его сиська-нож. Ну, а его, знаешь, переименовать как зовут? Этот нож зовут Last последний шанс, пока посмотреть сиськи, видимо. То есть, да. Последний шанс. Да, то есть, это, видишь, я знаю, этот нож что символизирует. Короче, ребята, этот нож символизирует то, что уж девушки... которые предлагают этот нож за сиськи, есть последний шанс подумать, покажет ли она свои Нет, сиськи. Или у чувака, который показывает ей свой нож, есть последний шанс увидеть ее сиськи. Типа, нож отдам. Слушай, мы с тобой уже там год в скайпе общаемся. Я покажу тебе свой нож, а ты мне покажи свои сиськи. Что? Она и так может посмотреть его нож. Тут кто-то мне опять предлагает. Может быть, там другой нож. Предлагает. Может, он про другой нож говорит. Black Pearl 0227. Что это такое? А что он хочет-то? Плюс кейс. Он что, мне хочет отдать это? Не надо. Нет. Я, ребята, дорогие подарки от вас не принимаю. Ну, это приятно, конечно, что, как бы, да, есть не только те, кто постоянно просит, что тебе жалко, подари. Нет, просто, а есть и те, просто которые... понимаешь, как бы, я разыгрываю, наоборот, для своей ну, аудитории. Ну да, как бы, нет, брать не надо, я но... не собираюсь там, как бы, вот, чтобы мне грести там подарки. Я не принимаю такие подарки, потому что мне интереснее для вас разыгрывать, и это моя такой, благодарность. Дайте мне. Вам за то, что вам нравится шоу, которые мы делаем для вас, ребята. Поэтому я не принимаю подарки. Я сам на ставочках, там, на кейсиках и так далее работаю. Поэтому для меня не нужны такие подарки, ребята. Оставляйте лучше себе эти скины и участвуйте в конкурсах. Как бы шанс... Да, может, разведете какую-нибудь девчонку. Может, разведете на сиську. Кстати, на сиську. На сиську. Я готова показать тебе одну сиську. Один нож, одна сиська. За один нож. Цена ножа, значит. Да-да-да. Если 10 тысяч рублей нож укладывается, значит, это одна сиська. 20 тысяч, это две Нет, сиськи. Нет, а давай, а две сиськи оптом за, 15, за нож 15 косарей. Подожди, а... Красивенький. Ну, подтертый в некоторых местах. Вот смотрите, ребята, этот нож будет разыгран в будущем. Мы его, соответственно, с вами прямо сейчас на ваших экранах, дорогие друзья, переименовываем сиська-нож. Сиська-нож. Этот нож будет разыгран в следующем конкурсе. Да, ребята? Лайк за это надо поставить, мне кажется. Это да. Такое очень, да? Не могли бы вы, пожалуйста, поставить лайк? Буду очень благодарен. Символичный нож. Да. Сиська-нож. Ну, а с вами была Арнорка. И Шиморка. Она мне показала сиськи. Вот. Типа ты не видел ничего, да, до этого. Вот, я охерел вообще. Вот это да, вообще, первый вот раз это, увидел. Да. Вот это ну хватит.
Друзья, больше не покажу. Пишите, какие кейсы вы хотите увидеть на следующий выпуск. Мы это все реализуем, естественно. Пишите в стихотворной форме, может, зачитаем даже что-нибудь. В общем. Да, кстати, прикольно, да, было, когда человек написал? Ребятам нравилось. Прям вроде так четко. Да, да, да. Спасибо вам, друзья, и до новых встреч. С вами была Арнора. Ты уже сказал, Ишимора. И мы увидимся на новом видосике. Скажи всем пока. Всем пока. Пока-пока.